Здравейте на всички! Тоже не могу не засвидетелствовать. Също таком, не мога да не засвидетелствам за това. О таком чуде, что от, за това чудо, което се е случило. А, в среду, на молитвенном на молитвенното служении. Я, конечно, ничего не ожидала. Я пришла, давно не была на молитвенном, так как... Ничто не сама чакала, понеже не сам била отдавна на молитвенното. Да, так как детки болели долго. Да, и децата много время са боледували. Да, ну вот в эту среду мне очень хотелось быть в служении, быть на молитвенном. А тази среда много ми се искаше да бъда на служението. Да, и все не зря. И такое благословение получить. И такое благословение получих. Сейчас я все расскажу. Сега всичко ще разкажа. У меня после вторых родов... След втората рожба. У меня появился астигматизм, это когда глаз не фокусируется и двоится. Получится така, че получих астигматизм, когато окото не може да фокусира. Да, это было два года назад, три года назад Било уже. Было преди три години вече. Да, и так долго, и я все время, ну как-то... Это не так, чтобы прям усложняет время... жизнь, но, конечно же, мешает. Не имея правило много проблем, но и пречило. Такая борьба внутри меня была все это время, что вот... И такого сражения мы хватали во всей си. Что вот детки, мы их рождаем, но так дорого это все дается. И только спина болит, не много этого. Разных проблем. И горба боли, и много и различных проблем. И тут еще плохое зрение теперь. И только изведнешь и лоше зрение. Но я вот хочу сказать, что Бог очень нас любит. Но искам докажет, че Бог много не обича. И так заботится. И только вас и грижи. Как о своих детях, като за своите деца, что даже иногда не прося его, че даже когато не го молим, он нас поддерживает, то не подкрепя, исцеляет, исцелява, так же как и меня в среду во так, время молитвы, така както и мен в среда на молитвеното прославление, по време на прославянето, наша молитвенница Александра, нашата молитвенница просто Александра. Спонтанно Бог побуждает ее прикоснуться ко мне и изведнъж Бог я побуждава да докосне до мене. И она начала молиться за исцеление. Тя започна да се моли за исцеляване. И знаете, тут главное открытое сердце. И тук най-важното е отворено сърце. Которое принимает Божие благословение. Което приема Божиите благословения. И когда я слышу, что она за меня начинает молиться, когато прикасается чувам, че тя започва да се моли за мене, я почувствовала, что мое сердце открыто, и я хочу это принять. Усетих, че моето сърце е отворено, искам да го приема. Я сказала аминь внутри, я сказала да, так аминь. Вътре, така я ще не просила еще даже Бога сама. Даже не молих Бог самата. Это такое чудо, что Бог над нас так заботится. Че Бог така си грижи за нас. Настоящее свидетельство Божьей любви. Това истинско свидетелство на Божията любов. И вот сейчас могу засвидетельствовать, что у меня сега мога да свидетелствам. Все здорово с глазами, слава Богу. Че всичко е добре с очите. Слава на Бога. Получила сверхъестественное исцеление. И получих сверхъестественное исцеляване. И очень счастлива, что прекрасно вижу. И много съм щастлива, че добре виждам. Слава на Бога. Аминь.